В этом месяце состоится открытие Дома-музея великого остинского ученого, филолога, языковеда, ирониста, краеведа и этимолога профессора Васу Абаева. Дом-музей был разрушен в 2008 году во время августовской войны. В 2014 году строительная компания «Эверест» решила восстановить музей в дар республики. За время строительства были возведены стены и кое-как установлена кровля, и на этом восстановительные работы приостановились. Теперь, спустя 11 лет, Дом-музей восстановлен благодаря инициативе президента и при меценатской поддержке юридической фирмы «Ари Плюс». Все ремонтно-строительные работы в помещении завершены. Остались только работы по внешнему оформлению территории. Идет обустройство двора. Практически завершены монтажные работы ограждения. По словам строителей, здание передадут через пару дней государству для дальнейшего оформления его экспонатами. Ирина Битева, Азамат Кудзев, информационный выпуск сегодня.